А тем временем знаменитая московская водочка в праздник явила миру настоящее чудо. Появился в земле русской новый пророк. Голос спустился с небес и приказал Моисею, простите, Дмитрию Медведеву, вести народ свой. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. И отверз он уста свои, да изрек путь к истине. И когда трухлявый мировой порядок рухнет, он погребет под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных манкуртов. Цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис. Многими откровениями еще делился голос с Димоном Дерзким. А тот внезапно взял и протрезвел. Ну а что вы хотели? У россиян 3 дня выходных. Пей, хоть залейся. Вот Димон с пьяну, видимо, и провозгласил крестовый поход.